Нам понадобится горчица в зернах, горчичный порошок, маринад из-под огурцов и растительное масло. Ошпариваем кипятком зерна горчицы. Даем воде стечь. Добавляем горчичный порошок. Заливаем маринадом, предварительно разогретым, примерно до 90 градусов. Тщательно размешиваем до образования однородной массы. Чем больше горчичного порошка, тем острее горчица. Идеальные пропорции – 1:1. Добавляем пару ложек растительного масла. Перекладываем в банку. Ставим в теплое место с неплотно закрытой крышкой на 3 часа. Готово! Приятного аппетита!